Первый за последние несколько лет полноценный концерт в честь Дня молодежи в воскресенье покажет телеканал «Сургут-24». Праздник же будут отмечать все выходные. Программа включает несколько фестивалей. К их числу можно отнести «Алые паруса» для выпускников, бал «Феи» в городском парке культуры и отдыха и спортивные мероприятия. Финальной частью станет масштабный опен-эйр на Центральной площади. 26 июня на сцене для молодежи будут играть местные музыканты. Это рэп-исполнители, кавер-группы и диджеи. Наблюдать за праздником в режиме реального времени можно будет на нашем канале. Трансляция начнется в воскресенье в 17:00. Мы ждем всех, и молодежь, и не молодежь. И я думаю, что тем, кто не совсем молод, тоже стоит прийти и посмотреть, о чем поют, что слушают, чем увлекаются наша молодежь. А остальных мы ждем всех без ограничений. Будем рады видеть, если на площадь придет много молодых ребят из наших сургутян. И даже если будут приезжие из других территорий, мы тоже будем рады.